Тюмени прошла церемония возложения цветов, посвященная 437-й годовщине со дня основания города. В ней приняли участие первые лица областного центра, почетные граждане и школьники. Они побывали в трех значимых местах. Начали с исторической площади. Именно там несколько столетий назад находилась деревянная крепость первых тюменских поселенцев. Затем возложили цветы к стеле «Тюмень. Город трудовой доблести» в сквере Николая Машарова, а также к памятнику Андрея Текутьева, который внес большой вклад в развитие областной столицы. То мероприятие, которое объединяет поколения. Увидели, что сегодня вместе с нашими почетными гражданами города Тюмени, с нашими ветеранами, всегда обязательно присутствуют школьники, юные тюменцы, которые не только узнают об истории нашего города, у них есть прекрасная возможность пообщаться с этими замечательными людьми, которые оставили свой след в истории нашего города.